Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем играть в Автомеханика 18. В прошлой серии мы открыли вот данную такую пристроечку. Смотрите, в нашем новом гараже. Ну как новом? В нашем первом гараже, скорее всего. Вот, ну и теперь с данной пристроечкой можем ремонтировать различные детали, но и вот такие вот, точнее, вот такое вот помещение, где мы можем проверять машину на подвеску на тормоза вроде как, да? Смотрите, тестовая дорожка у нас здесь. В этом моменте нет. Ага, понятно. Так, нужно тогда сюда загнать автомобиль, и мы сможем, то есть получается, это как-то через задние ворота сюда заезжается. Еще какое-то у нас приспособление здесь, и еще одно приспособление. В общем, короче, три аппаратуры в данном помещении у нас. Так, и что радует, что можно вот так вот закрывать, открывать двери и ходить там и это все осматривать. Так, хорошо. Ну и также в прошлой серии... Я хотел сказать, что прокачали вот это вот умение. Вот мы можем видеть осмотр и ремонт. Так. Ну и давайте продолжать. Здесь я нашел небольшой заказик. Смотрите. Вот такой вот. Мне понравился. Работа с двигателем и с жидкостями. Давайте принимать его. Так, что за работа с жидкостями, пока что я понятия не имею. Говорили, что будет что-то с жидкостями, а что именно конкретно, пока что не знаю. Вот такая вот у нас сегодня модель автомобиля. Так, и давайте мы ее переместим, как обычно, на домкрат. И посмотрим, что нам клиент там написал. Что мы должны отремонтировать. Так. Состояние, значит. Заменить все фильтры. Воздушный фильтр и масляный фильтр. Заменить масло и масляный фильтр. Так. Масляный фильтр V8. Ага. То есть воздушный, масляный и слить масло. 51%. Ну что ж, хорошо. Давайте смотреть. И вот что мне нравится, машины приходят реально вот какие-то вот. Ну, здесь что-то побито там. Что-то грязное. Не как у нас в 15-й версии. Все буквально такие новенькие, как с завода, да, приходили с внешностью, а внутри там все поломано. Ну, согласитесь, это нереально. Так, воздушный фильтр у нас находится вот здесь. Так, и вот он, смотрите. V8 OHVE. Так, сняли. И масляный. Масляный у нас находится вон он снизу. Это тоже V8. Так, что мы можем здесь сделать? Мы можем починить фильтр, как это не странно. А нет, стоимость ремонта 0. Нет, мы не можем его починить. Так, поэтому лучше же, конечно, всего купить новый. Так, двигатель. Фильтр. Так, вот этот вот. И масляный V8 тоже, да, у нас имеется. Так,
а какой такой или такой? Наверное, просто V8. Там было написано, скорее всего. Так, поднимаем машину. Сейчас будем сливать масло. Так, и перемещаем под домкрат. Далее сливаем масло. Смотрите, как удобно сделали, слушайте, в самом деле. И ставим на место. Далее. Далее. Вот он наш фильтр, да, он желтого цвета. Это просто V8. Снимаем фильтр. Ставим новый. Так. А, ну и пока что здесь все с данным автомобилем. Ой, точнее, с низом автомобиля. Спускаем вниз и ставим воздушный, и можно заливать новое масло. Новенькое свежее масло. Так, все, да, здесь болтов нету. Хорошо. Так, о, как-то у нас, смотрите, в текстуру попала наша канистра с маслом. Так, залили. И давайте проверим, где у нас здесь этот щуп. Так. Щуп для масла. Где он может быть? Где-то должен рядом быть с крышкой, по идее. Нет? А, вот он. Вот он. Ну, нормально, смотрите. Можем, смотрите, вот так вот повертеть, посмотреть, покрутить. Короче говоря, на середине. Даже чуть-чуть больше середины. Я думаю, это норма. Так, проверяем по заказам. Все сделано, смотрите, буквально все, что нам сказал хозяин, все мы сделали. Так, ну все, завершаем. Так, у нас уже, смотрите, 5 заказов. 5 заказов, клиенты все прут и прут. И постоянно приходят с тормозами. Вот. Не знаю почему. Так, ну и давайте брать вот этот вот, который у нас уже давно в очереди стоит. Возьмем его заказ. Посмотрим, что он хочет. Так, вот такой вот автомобильчик у него. И давайте посмотрим на его требования. Ого, так. Так, здесь проверить состояние масла и резины, опять же. И опять, смотрите, замена масла. Спустить старое и влить новое, заменить масло. Воздушный фильтр и топливный фильтр. И также осмотреть резину, что у нас с покрышками. Да, с покрышками у нас беда. Хорошо. Давайте ставим на домкрат. Воздушный, топливный и тогда получается... А, только заменить масло. Старое или новое. То есть масляное не нужно менять. А вот зря ты не хочешь, чтобы поменять и масляное. Потому как, если меняешь новое масло, нужно менять и новый фильтр масляный. Так вот, я слышал
по правилам. Ну как по правилам? Советуют. То есть рекомендуют. Если то, то сразу же и это. Так, воздушный фильтр обычный у нас. И где-то здесь у нас топливный, вот он. Также его снимаем. Так, и идем сюда. Устанавливаем новый фильтр, ставим крышку и можно закрывать ее. Так, раз. Где у нас здесь зажимы вторые? Так, два, три и четвертый здесь у нас. Все, с этим, с воздушным мы закончили. Так. Топливный новенький ставим. Ну и что еще? Нужно слить масло, да? Давайте поднимать. Так, мне уже нравится работать с этой штукой. Все так быстренько, простенько. И не нужно никаких лишних действий делать. Передвигать ее как-то, подставлять, мучиться, проверять, подставил правильно или сейчас мимо польется. Все намного проще. Не, ну в принципе и тогда тоже было, думаю, правильно своими руками это все двигать. И реально какой-то симулятор был. Так, а здесь они добавили, знаете, вот даже та же работа с этой стойкой, работа, скажем, с тем же сливом масла, это все через меню. То есть ты там сказал, там туда переставить, она раз там сразу переставилась, сама машина раз там сюда сразу же, да? Как-то, ну, нереалистично, согласитесь. Так, хорошо. Здесь все залили, фильтры поменяли. Теперь остается работа с резиной, с покрышками. Посмотрим, что у него здесь. Опять надо будет выбирать эти покрышки или диски, что там у него. А, вроде же покрышки новые нужно. Так, ну мы сейчас еще раз прочитаем, что у него там за требования. Так, ну это не то, не то объявление, то что было тогда у нас в заказе. Так, проверь, пожалуйста, состояние резины. То есть о дисках здесь ничего не сказано, понятно. Хорошо. Так, для начала нам нужно это все разбортовать. Извиняюсь. Погодите, ага, вот. Так, и нам сейчас нужно будет записать номер, модель данных покрышек
чтобы приобрести для него новые. Как вы знаете, там довольно-таки требовательный вот этот весь, я имею в виду, при покупке нужно указать и радиус какой-то, и размер, и еще чего-то, модель какой-то. Короче, куча всего. Так, ну и давайте смотреть. Так, стандартная B205. Давайте я сразу записываю. Так, 205 на 45 R17. Так, понятно. Давайте смотреть, что у нас в магазине есть. Если оно у нас в наличии вообще. Так, магазин с резиной. Стандарт B. Вот она у нас. Гоночная B есть. Разное количество. 4 штуки. Размер 17. Ширина 205. И профиль 45. Вот. Общая цена 1120. Покупаем. Прекрасно. Так, сделали. Далее. Нам нужно уже их одеть. Новые покрышки. Ну и сразу же забалансировать их. Пока у нас балансируется колесо, я одеваю следующее. Так. Занятие довольно-таки не быстрое, требует времени, что называется. Так, одеваем следующее. Даже в основном вот эта балансировка, смотрите, сколько времени занимает. Мы уже вот вторую одеваем, точнее третью, ну как вторую за момент работы данного аппарата. Так. И четвертое колесо. Также с новой покрышкой. Так, а старые покрышки что мы можем делать? Можем их, да, смотрите, мы можем их ремонтировать. Смотрите, непонятно, какая-то картинка получается. Так, снять. Здесь снять. Так, ну пока там балансируется, я поставлю сюда. Чтобы время не терять. Новые колеса, новые покрышки. Все как по заказу. Так. Так, здесь у нас закончилось. Снимаем. И ставим последнее. Вот оно у нас. Так, а это идем ставить вот сюда вот. А я также слышал, что данная игра будет поддерживаться модификациями различными тоже через Steam Workshop, что самое удобное. Вот, это будет здорово, слушайте. Я даже не представляю, какие модификации могут быть. Но, может быть, какие-то новые оборудования, новые автомобили, модели или еще что-нибудь. Даже понятия не представляю вообще, какое, что там могут они добавить. Ну, кроме того, что я сказал, конечно же. Так. Ой, аккуратно. Чуть-чуть за.
задел микрофон. Так, все сделали. Все, что нужно было. Можно завершать. Итого, сколько имеем мы еще? Или не имеем? Нет, не имеем. Так, ну, вроде бы все на сегодня. О, смотрите, что у нас здесь есть. Привод. А, ну да, это с ремнем, вот этот значок. Это как я и сказал. Как я и говорил. Вот есть задания конкретно по категориям, а есть вот такие вот, например, да, с каким-то описанием. Интересно. Так, ну хорошо, это мы уже оставим на следующую серию. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем всего.